Так, и всем привет! Сегодня наконец-то пришел тот день, когда я сделал свои RGB кулера. В плане сделал, как я и говорил, обычный RGB контроллер для лент. Переколхозил, присобачил под этот корпус, сэкономив тем самым, взяв его за $7,5 и сэкономив $43, так как оригинальный кулер Master RGB контроллер стоит 50 и достать его практически нигде нереально. Ну, если у вас только нету, конечно, как я говорил, совместимой материнской платы. Значит, вот так оно вот выглядит. Ну, красиво, нормально, пленку еще пока не отклеил, но можно уже порядком отклеить. Значит, вот с этой стороны у меня корпус выглядит так. Это вот это колхозинг, та подсветка, которая сверху светится. Так, и здесь я, значит, вот Molex, 12 плюс питание подал. Здесь вот отрезал, так, где-то у меня, вот оригинальный разъем для специального блока питания. Я его нафиг убрал, здесь все просто, здесь по центру 12. Все, просто берешь и провода тоже здесь красные и черные. Здесь красные и черные, все, электрическую смотку эту сделал. Термоусадку пропалил немножко, ну так черненько, ну ладно. Все, все работает, все отлично, все красиво. Кстати, это еще есть еще дешевейшие RGB контроллера, ну... Я именно нажал такой маленький, чтобы он легко здесь в кабель менеджменте поместился. Значит, вот такой вот пульт. И с помощью этого пульта здесь есть такой вот инфракрасный датчик до 5 метров, но прямого приема. Например, мы хотим зеленый. Вот так. Это, я думаю, клево, в принципе, за эти деньги сделать. Хотя, не знаю, может, от оригинала они как-то ярче светятся. Может, он... Ну, он 12 вольт. Может, им немножко больше надо, хотя навряд ли. Вот у них так. Офигенно, вживую вообще классно, классно смотрится. Только нужно попадать. Нужно будет так поставить его с обратной стороны, но датчик вывести под стеклянную крышку, чтобы пультом можно было все это попадать. Также вот так. Вот уменьшается и увеличивается. Конечно же, здесь, в этом пульте, вообще куча настроек. Это надо разбираться. Инструкции, в принципе, никакой нету. Одна маленькая бумажечка на английском языке, которую я не знаю. Вот в таком пакете антистатическом. Стоит копейки, но глазу довольно-таки приятно. Теперь, я считаю, это уже, можно сказать, полноценный корпус Cooler Master Masterbox 5 Lite RGB. Теперь хотя бы он RGB. Вот так вот это было коротенькое видео. Кто смотрел, спасибо. Всем пока.